Интернет-портал госуслуги.ру постоянно расширяет свои возможности. Сейчас при помощи него, не выходя из дома, можно оплатить штрафы, записаться на прием к врачу, оставить заявку на получение паспорта и многое другое. Для этого необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно самостоятельно или при помощи операторов МФЦ. Здесь же, в многофункциональном центре, можно подтвердить регистрацию. Услуга очень популярная. От 20 до 40 в день прийти по такой услуге. То есть... Кто-то зарегистрируется, кто-то подтвердится, всегда по-разному. С января этого года при помощи портала госуслуг можно сэкономить. Скидку 30% ввели на оплату пошлин. Пошлина снизится на 30%. И уже, допустим, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, если раньше пошлина составляла 300 рублей, сейчас она составит 210 рублей, если вы будете пользоваться услугами портала, да? Или, допустим, меняете паспорт, который пришедший в негодность, пошлина уменьшается до 1050 рублей вместо 1500 рублей. Если оформляете заграничный паспорт, то пошлина уменьшается, соответственно, тоже на 1050 рублей, составит 2450. Также со скидкой теперь можно оплачивать госпошлину на получение водительских прав, заключение брака, регистрацию транспортного средства и другие услуги. Однако пока это обновление на сайте дорабатывается. С 1 января все программы прошли обновление на портале госуслуги.ру. Да, иногда, скажем так, возникают вопросы, но сайт, соответственно, здесь информирует заявителя, что вот сейчас в настоящее время с счетами и с оплатой происходят какие-то работы, то есть вы увидите это окошечко. По любым вопросам, а также в случае возникновения ошибок на сайте госуслуг, можно обращаться по телефону горячей линии портала.